напомнить, что мы отмечаем с вами 200-летие Федора Михайловича Достоевского, и хочу вас с этим замечательным праздником всех поздравить. 200-летний человек, кто понимает, о чем я, вот он с нами. Сегодня у нас несколько будет интересных активностей, в которых вы уже, возможно, принимали участие. Коридорные радости, но главное все-таки наше мероприятие связано с интеллектуальной деятельностью, это лекции, это ваши доклады, которые сегодня будут вам презентованы. Юбилей великого классика, и действительно 200 лет прошло, а сказать, что мы знаем, изучили творчество Достоевского, конечно, нельзя, и вряд ли, наверное, когда-нибудь это, вот такой момент наступит. Подтверждается мысль Бахтина о том, что каждое поколение может вычленить какие-то новые смыслы в тексте. Вот это становится возможным с течением времени. Thank you.